Всем привет! Сегодня пришла посылочка из интернет-магазина Grand Stock. Давайте ее распакуем и посмотрим, что у нас там. И я вам расскажу про этот магазин. Я распаковала посылочку. Посылочка такая аккуратненькая, хорошо запакованная. И каждая вещичка, каждое изделие в отдельной упаковочке хорошо запаковано. И вот прям в файлике находится список товаров, которые пришли. Но чем привлек же меня все-таки магазин, этот Grand Stock, интернет-магазин? Это Ивановский трикотаж. Но в чем особенность этого магазина? Это в том, розницу можно покупать без минимальной суммы заказа. Возможность оплатить заказ наложным платежом, если у вас заказ не превышает 7000 рублей. А если ваш заказ превышает 7000 рублей, то у вас будет доставка бесплатная. Ну а вообще на сайте свыше 25 тысяч разных наименований товаров. Там есть и текстиль для дома. Там есть одежда мужская, женская, детская одежда, трикотажная. И есть приволжские украшения. Вот одно из этих украшений, кстати, я заказала, сейчас покажу. Ну и также у них есть собственное производство, которое продается под брендом Avanavi. Есть разные скидки. 3000 товаров продаются со скидками до 50%. Ну давайте же посмотрим, что же я заказала. Вот в этом конвертике я заказала одно украшение, вернее, это не украшение, Приволжского ювелирного завода. Давайте откроем, посмотрим, что там у нас лежит. Это ионизатор воды серебряный. Вот он вот так вот выглядит на цепочке и вот с таким вот, это если в графинчик или в стакан вот опускать, да, с таким крючочком. Серебро 925 пробы. Ну вот такое вот изделие прекрасное. Но мы его заказали для того, чтобы в графинчик опустить. Но вообще такое изделие и много очень разных других хороших изделий можно заказывать на подарок. Вот, ну в общем, я рада. Я рада, мне очень нравится. Мы с дочкой заказ этот составляли, собирали вместе, поэтому здесь не только для меня какая-то одежда, вернее, для меня даже небольшое количество. В основном детскую одежду заказывали, но давайте лучше рассмотрим каждую вещь отдельно. Детский костюм 28 размера. Это мы заказали для внука моего, для Денечки. Здесь футболочка и шортики. Шортики простые, без рисунка, на резиночке. Мы заказывали специально такие, чуть-чуть удлиненные. Вот, ну, ему как раз вот на лето будет носить, вот ему как раз. Они, может быть, сейчас будут чуть-чуть великоваты, хотя, может быть, и как раз. И вот такая вот футболочка. Это трикотаж, это кулирка, 100% хлопок. Вот с таким прекрасным рисуночком, машинка. Он любит такие разные рисуночки. Еще одна детская футболка, 30 размер. Ну, некоторые мы просто заказывали побольше размером, для того, чтобы
немножко она вырос была, потому что он быстро растет, и футболки становятся ему быстро очень с них и расставить. Вот такая голубенькая футболочка, но она ему будет на вырост, она сейчас ему еще великовата. У него сейчас 26-28, уже на 28 размер переходит, ну и уже не за горами будет 30 размер. В общем, голубенький цвет с оранжевой окантовочкой, веселенькая такая расцветочка и вот такая вот веселая акула. Это тоже 100% хлопок, это кулирка. Дальше идет также костюм. Также идет на вырост, здесь идет рост на 116, а у Дэни еще 100 с небольшим. В общем, тоже взяли немножечко на вырост. Это костюмчик, футболка и шортики. Мы взяли этот костюмчик, потому что он нам очень приглянулся. Он немножко великоват ему будет, но здесь идет футболка с капюшончиком, капюшончик хаки, карманчик хаки и шорты. Шорты удлиненные, так как вот бермуды они идут, да? Вот такие длинненькие шортики. Внизу такая небольшая окантовочка желтенького цвета, отделочка. Идут внутренние карманы и шорты на резинке. И так как это вот очень стильненько, поэтому дочка решила, что нам нужно заказать такой вот костюмчик для Дэни. Цены я буду писать, потому что цены я сейчас не буду занимать время, чтобы смотреть долго. Я напишу цены на каждом изделии. Бермуды детские, 30 размер. Это тоже Дэни и тоже на вырост. Ну, Дэни мы любим одевать такие шортики удлиненные, чтобы они были по колено, даже ниже колена. И вот такой вот взяли вот такие шорты. Ну, вот такие он любит, будет носить. Здесь есть веревочка, которая затягивает. И также есть резиночка. То есть, если даже ему на поясе будут они немножко великоваты, и можно веревочкой это все утянуть. Также здесь есть внутренние карманы. Вообще, ткань очень приятная. Это кулирка, 100% хлопок. Я очень люблю трикотажные вещи. И ребенку мы нашему тоже берем всегда трикотажные вещи. Еще одни детские бермуды 30 размера взяли, синего цвета. Если честно говоря, вот бермуды именно трикотажные, ну, в магазине вот не очень часто попадаются, либо они немножко не такого кроя, какой нужен. А нам нравится, чтобы они были удлиненные и чтобы это был трикотаж, чтобы ребенку было удобно носить. Также они идут, они такие же, только синего цвета. Также резиночка, веревочка и внутренние карманы. 100% хлопок. Но у меня не только внук, у меня еще есть внучка. И внучки тоже заказали костюмчики. Вот такой костюмчик Бостон, детский, серый. Здесь идет 30% полиэстер, 70% хлопок, 34 размер. Внучке 5 лет, но мы берем тоже немножечко с запасом, немножечко на вырост. Она девочка такая вот плотненькая, поэтому ей, может быть, даже сейчас уже все это подойдет. Здесь очень приглянулся вот этот вот рисуночек фламинго розовый. Это серенький костюмчик, трикотаж, кулирочка с розовой отделочкой и вот с розовыми фламинго. Футболка идет. И здесь идут шортики. Это костюмчик для дома. И также вот она занимается спортом, гимнастикой, может быть, даже в спортзал удобно будет ей в этом ходить. Костюмчик имеет, шортики имеют внутренние карманчики, резиночка розовенькая, в общем, такой вот симпатичный-симпатичный костюмчик. Еще один костюмчик детский взяла я для внучки. Сейчас посмотрим. Размер 128-64, размер 34-й. 100% хлопок, это кулирка. Очень симпатичная расцветочка. Ну, это то, что вот я люблю розовенькие цвета такие. И вот идет с таким вот манжетиком рукавчик. Вернее, здесь рукав короткий, но он идет такой вот, знаете, как по плечам, как спущенное плечо. Вот такая красивая расцветочка. С
цветочки, розочки идут. И вот такие шортики, тоже очень симпатичные шортики, идут с такой вот окантовочкой розовенькой. Вообще здесь все очень аккуратно прошито, хорошие такие швы. Здесь идет кармашек внутренний с двух сторон, резиночка. Резиночка вшитая. Очень симпатичный такой, очень классный костюмчик, мне нравится. Тоже немножечко на вырост, но пусть будет, это уже внучки мои подарочки идут. Дальше я заказала себе футболочку вот такого красивого сиреневого цвета. Ну, как всегда, 52 размер, я заказываю себе трикотаж всегда 52 размер. Потому что я люблю, когда трикотаж, он свободный. Не люблю, когда все впритык. Вот такая вот футболочка. Красивый цвет и красивый цветочек. Здесь рукав очень коротенький идет, но рукавчик есть. Но он, самое главное, он прикрывает плечо. Вот я люблю, когда рукав короткий, но плечо прикрыто. Как раз то, что мне нужно. И очень такой симпатичный цветочек. 100% хлопок – это кулирочка. Я одену, вы посмотрите. Но я думаю, что вот такая футболка, она, кстати, подойдет людям плотным, полноватым даже. Она просторная, я вижу, что она такая вот широкая. Еще я заказала себе сарафан женский 52 размера. И вот мне уже не терпится посмотреть на него. Ну, такая вот интересная расцветочка. Мне нравятся такие цветастые вещи. И заказала сарафан именно почему без рукавов. Такой, чтобы можно было летом ходить, чтобы рукавчиков не было. Здесь 90% хлопок и 10% лайкра. Сарафан тянется. Сарафан очень интересно пошит. Вы видите, да, обратная сторона, она здесь. Здесь верхняя часть, вот она идет по грудь, спереди и сзади. Идет как двойная, видите, двойная ткань. Потому что здесь вставлена вот такая вот вставка на спине и впереди. Поэтому этот сарафан можно будет носить без бюстгальтера. Ничего здесь не будет выделяться. И это здорово. Это как раз то, что нужно. Еще я заказала для дочки трусики слипы. Вот такой вот симпатичной расцветочки. Они тянутся, хорошенькие. Здесь губки, сердечки. Очень симпатичная такая расцветочка. Ну, в общем, слипы я не ношу. Это на подарок. Еще мы с дочкой заказали набор носков. Носки удлиненные. Здесь половина белых и половина черных. 6 пар. Кстати, этот набор мы заказали на двоих. Здесь размер от 37 до 41. И получается, что эти носки подойдут и дочке, у нее поменьше размер, и мне. У меня 41 размер. Давайте откроем упаковочку и посмотрим. В этой упаковке 12 пар. 12 пар. Так как раз и мне, и дочке подойдут прекрасно. И, кстати говоря, этот набор стоит 639 рублей. Вот так выглядит одна пара.
приятные на ощупь носочки, удлиненные, как мы хотели. Здесь хлопок 80% и 20% эластан. И вот мы с дочкой обе, мы очень любим носки, где большая часть хлопок, чтобы нога дышала. И черные и белые, это как раз нам нужны в основном черные и белые. Отличный набор. Ну, еще я заказала кухонное полотенчико 50 на 70. Это полотенце вафельное. Цена 89 рублей. Полотенчики я люблю часто менять, и поэтому нужны их, чтобы их было побольше дома. Вот такая расцветочка Божьей коровки на зеленой травке. А у нас сейчас весна, и нам как раз нужны вот эти вот зеленые травки и Божьи коровки. Вот, 89 рублей, это недорогая цена, и вот такое свеженькое полотенчико будет на кухне. Еще я хочу сейчас посмотреть, что у меня тут в этом файле лежит. Ну, в общем, здесь накладные, список товаров, перечень товаров, цены, все как положено, вся документация необходимая. Кому товары понравились, кого заинтересовал интернет-магазин, все ссылочки я оставлю в описании, ссылочки на магазин и на скидки. Заходите, и скидочки будут. Выбирайте товар, я думаю, что вам там много чего понравится. На этом я видео свое хочу закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!